Просим поддержать создание курорта в Приморском крае. Вот. Потребность в нем колоссальная. Об этом красноречиво говорит, что сейчас уже 100% бронь на все места отдыха в Приморском крае. К нам едут дальневосточники, к нам едут сибиряки. Рядом там 60 километров находится Китайская Народная Республика, две провинции Цзилинь и Хайлунцзян, где проживает более 50 миллионов человек. Поэтому эта потребность вполне оправдана. Вот, люди выкупают все за полгода. Вот. Ну и приглашаю вас, Владимир Владимирович, на нашем форуме, Восточном экономическом форуме, посмотреть уже полную презентацию этого курорта в городе Владивостоке в сентябре. Спасибо. Спасибо большое, Олег Николаевич. Я не сомневаюсь, что туда будут люди ездить, и не только дальневосточники и сибиряки, вся страна поедет. Я не знаю, как вот коллеги, другие участники нашей встречи и нашего совещания. Вот я когда бываю на каких-то морях, на морях, на Балтийском, на Черном море, ну, стихия, берегов не видно, мощь. Но когда попадаешь на океан, я даже не знаю, с чем это связано. Чувствуется какая-то особая энергетика, какая-то мощь. И это производит особое впечатление, безусловно. Очень привлекает. И природа абсолютно уникальная, конечно. Ничего подобного нигде нет. Дальний Восток – это особое место на планете. Очень красивое, интересное. И потенциал колоссальный, просто колоссальный. Потенциал вообще, а туристический в том числе. Ну, не знаю, это просто завораживает. Интересно. Правда, вот дайверов Олег Николаевич приглашает. Акул куда денете? Они же там кусаются у вас, нападают. Был один случай совершенно за всю историю. Этого мало, что ли? Это нам повторений не нужно. Шутки шутками, об этом тоже надо подумать заранее. О безопасности надо подумать. Если будем... Вы там были, Владимир, 20 лет назад в морском биосферном заповеднике. Этот домик сохранился, там ученые сейчас живут. Вот, поэтому вы эти места прекрасно знаете. Вот как раз это рядом расположен курорт. Не знаю, я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьем подводным. У нас там мои коллеги поехали, но у меня, правда, и времени не хватило, но все равно акул видели там на островах особенно. Акулы есть, но они сельдевые. Они, они не кусаются, да, я понимаю. Все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть. Но я шутки шутками, заранее нужно подумать об этом. Обязательно сделаю. Да, нет, да. Серьезно, абсолютно. Надо меры безопасности обеспечить.